В 2020 году, до выборов, вы взяли интервью у Александра Лукашенко. Расскажите, как технически была устроена его организация и чья это была инициатива? Через кого вы договаривались, сколько ушло на это времени, какая была атмосфера перед разговором? Значит, я хотел сделать интервью с Лукашенко где-то лет, наверное, 10. Я стремлюсь все эти годы, долгие годы, получать информацию непосредственно из первых уст от людей, которые стали, в общем-то, символами эпохи и стали сами эпохой. Лукашенко, безусловно, представлял огромный интерес. Я обращался в посольство Беларуси в Киеве, к послу Величко, как сейчас помню. Я обращался к официальным органам в Беларуси. Я обращался, к кому я только не обращался, но он занят там. Ну, очень вежливо отвечали, он занят, сейчас не в планах и так далее. Где-то за месяц или полтора до выборов мне позвонили из администрации президента Беларуси, мужчина. И сказал, что вы еще хотели бы сделать интервью с Александром Лукашенко? Я сказал однозначно, да, конечно. Но давайте попробуем, может быть, появится такая возможность. Хорошо, мы будем созваниваться, он сказал. Хорошо. Значит, за пару недель, ну, время прошло, я уже так не помню, наверное, за пару недель мы согласовали дату. Я сразу хочу сказать, что в Беларусь я и съемочная группа летели за свой счет. Селились в гостинице за свой счет, и никто мне за интервью не платил, если у кого-то возникают такие вопросы. Мне вообще трудно деньгами взять, я очень богатый человек, и это вообще дурной тон предлагать мне деньги даже. При том, что батька сделал нам с женой подарки, зубровку подарил, конфеты белорусские, еще какую-то водку президентскую. Мы уже наметили дату, и вдруг дату перенесли на пару дней, как потом оказалось, он болел ковидом. И вообще было под вопросом интервью, но потом все-таки согласовали. И мне Лукашенко сам сказал, почему он согласился на это интервью, потому что его сын Николай, большой мой поклонник, он смотрит едва ли не все, что я выпускаю в Ютубе, но смотрел на тот момент. И он ему сказал: «Папа, это круто дать интервью Гордону, ты что, надо дать обязательно». Какие-то условия со стороны администрации Лукашенко были? Вы не поверите, нет, никаких условий. Мне никто не давал темы, я ни с кем не согласовывал темы, тем более вопросы. У него, значит, пресс-секретарь Эйсман, да. Кстати, очень приятно мы с ней общались. Даже намека не было на согласование тем. Она очень профессиональная, кстати. Никаких вопросов. Единственное, она говорит, ну, час-полтора. Я говорю, ну, наверное, чуть побольше. Все-таки вот это мы немножко... Все. Никаких согласований, никаких предложений, никаких просьб, ничего. Да, она мне сказала, кстати, вот сейчас вспоминаю, уже там, во дворце президента, перед интервью, она сказала: «Президент любит любые вопросы, так что вы вообще задавайте все, что хотите, у него всегда есть ответы на любые вопросы». Вот это она мне сказала. Больше нечего вспомнить. Что было не для записи? Как вы проводили время после интервью? Что было не для записи? Значит, во-первых, Лукашенко очень тепло встретил. Он очень хотел обаять. У меня есть видео, я даже публиковал его в Инстаграме. Оно есть в Инстаграме, можно посмотреть. На высоком уровне встретил, много фотокорреспондентов было. Он был само радушие, он знал обо мне подробности моей биографии. Во время интервью звонил Владимир Зеленский, причем первый раз принесли бумажку, показали ему. Он говорит, мне говорит, ну, Володя звонит, ну, попроси через минут 15. Приходит через 15 минут, она говорит, просите, пожалуйста, Владимир Александрович просит сейчас, потому что у него потом важное совещание. А да, Лукашенко говорит, ты скажи, что я с Гордоном сейчас. Он говорит, ну ничего, если я пойду переговорю. Я говорю, да, конечно, но мы потом договорим. Он говорит, да, обязательно. Он пошел, переговорил с Зеленским, вернулся, говорит, он вам привет передал, все. Мы закончили интервью, оно длилось больше, чем полтора часа.
После интервью мы еще минут 10, наверное, стояли, разговаривали очень мило, весело, нежно. Лукашенко пригласил, ну или его пресс-служба пригласила журналистов центральных телеканалов. Я им дал интервью, рассказал об интервью с Лукашенко. После этого нас пригласил на обед покойный уже министр иностранных дел Беларуси, а до того многолетний глава администрации президента Владимир Макей, который умер при очень странных обстоятельствах. У меня такое впечатление, что его убили, потому что он был близок к Европе, к Западу. Он нас пригласил на ужин. Мы поехали в ресторан очень хороший. Владимир Макей, его помощник и мы. И мы с Олесей. И когда Владимир пошел помыть руки, мне его помощник говорит, у него сегодня день рождения. Ну ничего себе, человек в день рождения, вместо того, чтобы сидеть за столом, пригласил нас поужинать. Ну это круто было. Мы очень хорошо с ним общались, кстати. Он умный человек был, он все понимал. При этом я не скрывал своей антироссийской риторики. И он с пониманием к этому относился. Но, во всяком случае, он дипломат, может, так надо было. Как бы описали политику властей Украины в отношении Александра Лукашенко сейчас? Я думаю, что между руководством Украины и Беларуси существует контакт через представителей. И я думаю, что результатом этого контакта стало не участие белорусской армии в войне. И это очень важно. Что касается самого Лукашенко, он подонок, чистый подонок. Во-первых, потому что он устроил геноцид по отношению к своему народу, который не хотел его больше видеть на посту президента. С пытками, с издевательствами, с посадками, с тюрьмами. Ну и во-вторых, я по хронологии говорю, по хронологии так выглядит. А если во-первых, то во-первых, как он себя повел по-скотски по отношению к Украине. Он мне в интервью несколько раз сказал, что никогда российская армия не нападет на Украину с территории Беларуси. Наврал он, врун, лицемер, лжец, подонок, я говорю. Он пропустил российскую армию, она напала с территории Беларуси, она пускала ракеты с территории Беларуси и так далее. Вот. Но, видимо, какие-то рычаги воздействия на Лукашенко есть, потому что белорусская армия в войну не вступила. Это можно назвать политикой сдерживания? Это можно назвать одним словом – политика. Это большая политика. И все, что идет во благо Украины, любая политика, которая идет во благо Украины, я приветствую. К вам на интервью приходит много высокопоставленных чиновников. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как вы себе объясняете то, что Владимир Зеленский до сих пор официально не встретился со Светланой Тихановской? В чем, по вашему, причина? Мне трудно сказать, чем это вызвано. Вариантов может быть несколько. И кулуарные договоренности могут быть с нынешним руководством Беларуси. И, может быть, причиной, ну, какая-то невнятная, неактивная позиция Тихановской, у которой я тоже, кстати, брал интервью. Ну, в ее статусе надо себя вести иначе, огнем надо быть, чтобы была огонь прямо, чтобы жгла глаголом сердца людей, но ее не видно, не слышно. Возможно, что вы этого просто не замечаете из-за потока событий. Если бы жгла, я бы заметил. Как говорилось ранее, вы были знакомы с бывшим министром иностранных дел Владимиром Макеем. Первый раз вы общались несколько часов, когда в Минске была нормандская четверка. Расскажите, как это происходило и как вы туда попали? Детективная история на самом деле. Но со мной часто такое происходит. Я вам расскажу, не пожалею времени, это очень интересно. Вы знаете, вот многое зависит от личностей и от их умения вести себя в предлагаемых обстоятельствах. Это был 15-й, по-моему, год. Это Минск-2. Февраль, по-моему, 15-го года. Ну, чтобы я не соврал. Событий много. Намечалась встреча Оланда, Меркель, Путина и Порошенко. И при посредничестве Лукашенко. Мы с Олесей решили поехать. Нас аккредитовали. Мы поехали опять-таки за свой счет.
сели в самолет, прилетели, получили аккредитацию. И я позвонил своему другу, послу Украины в Беларуси, бывшему министру обороны Украины Михаилу Брониславовичу Ежелю. Или он позвонил. Я не помню, кто кому позвонил. Короче, мы созвонились. Что мы вот тут, все. Он говорит, вы никуда не уходите, я вас найду во дворце. Мы пришли с Олесей во дворец. Я помню, долго лидеры там совещались, не выходили к прессе. Прессы очень мало было, очень-очень мало. Очень мало. Мне важно было как-то в первом ряду стоять, чтобы видеть, как они будут идти, о чем говорить. Ну, а все же хотят, журналисты, знаете, вперед вылезти. Ну, я при галстуке, при костюме. Я говорю, так, пожалуйста, встаньте, отойдите отсюда. Вы встаньте сюда. Не заходите за линию. Видите линию? Не заходите за нее. Отойдите, отойдите. Все, покомандовал. Ко мне подходит человек в штатском из белорусских КГБ, или как они называются, и говорит мне, коллега, можете помочь сейчас, когда лидеры пойдут? Вы тут постойте тоже, прикройте как бы эту зону. Да, я говорю, конечно, конечно. Вот и все. Значит, я, естественно, стал впереди, и Олесю поставил впереди, чтобы она снимала. И у меня есть и фотографии, и видео, как лидеры идут, и я на их фоне. Или они на моем, не знаю. Короче говоря, вот это первая часть балета Марлезонского. Они пофотографировались и пошли наверх туда, в зал. Звонит Ежель, говорит, вы где? Я говорю, мы тут. Он говорит, сейчас я приду. Он приходит. У нас пресса написана на бейджике, у него проход всюду. Говорит, пошли. Мы идем, красивый зал, накрыто все. Накрыто, значит, для участников, для журналистов и для всех там, кто рядом. Белорусы классные столы накрыли, я помню, из Зубровка, черный хлеб вкуснейший и всякие закуски. Мы так бах, бах конкретно. Михаил Брониславович, он может, и мы так немножко, мы, конечно, отстали, но мы уже дошли до хорошего состояния. И он говорит, пошли. Я говорю, куда? Пошли. Ну, пошли, мы идем. Стоит КГБшник белорусский. Он говорит, товарищ посол, простите, но у вас пропуск везде, вот тут я говорю, пошел, как-то так вот, знаете. И все, пошли, и мы идем. Второй пропускной пункт был уже не очень такой суровый. Он говорит, так, все, идем. Мы пошли, пришли. Мы пришли к... вот предбанник такой, я помню, Песков расхаживает, предбанник. И вот зал, в котором сидят делегации, переговоры ведут. И комната рядом. В зал мы не пошли. В комнату рядом мы заходим. Там находится Лавров, министр иностранных дел России, Ушаков, помощник Путина по международным вопросам, Каразин, замминистра иностранных дел, и Макей. Ежель знакомит с Макеем, нас привел. Мы познакомились с Макеем. А Лавров подходит и говорит, о, я ваши программы смотрю. Я вот с Березовским смотрел. Я с кем-то, он еще сказал, смотрел. Короче, он меня знает. Те сидят, Ушаков и Каразин, они чуть в сторонке сидят. И мы в этой комнате провели несколько часов ночью. Мы видели, какие команды отдавал Лавров. И как они радовались, когда все, что они хотели, все проходило. Вот тогда мы с Макеем общались в основном. Ну, о войне, о мире. Война и мир, Лев Толстой. Ну, о чем можно было тогда говорить? Я уже подробности не помню, но время прошло. Сколько времени? Макей хорошее впечатление произвел на меня. Мне он понравился. Он человечный какой-то был такой, знаете, и он понравился мне. Последний вопрос. Когда и как закончится война? На этот вопрос может ответить только авантюрист, аферист или сумасшедший. Поскольку я не являюсь ни первым, ни вторым, ни третьим, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть ощущение, что она закончится в этом году. Потому что Путин как никогда близок к
к своему финишу. Я это знаю из многих источников. У меня есть твердое в этом убеждение. Но давайте подождем. Дуже часто питання до мене. Як я став успішним та багатим? Просто я прожив таке життя і отримав такий досвід, який привів мене до того, що я зараз маю, і я дуже вдячний за це. Я впевнений, що кожен, хто прожив би як я і зробив власні правильні висновки, міг би стати таким успішним, як і я. Але щоб отримати досвід Дмитра Гордона, вам не обов'язково повністю проживати моє життя. Я запускаю особисте наставництво «Ближнє коло». Це не тренінг і не навчання. Це відкриття багатьох дверей, які вам здаються зачиненими. Кількість місць обмежена, а учасників я буду обирати особисто через анкету. Це мій практичний досвід та досвід моїх друзів, який ви зможете реалізувати у власному житті та бізнесі. Серед моїх друзів та експертів – неймовірні люди, які багато досягли в своєму житті. Щоб заповнити анкету та дізнатися більше про програму, переходьте за посиланням.